Едва не сгорел заживо. Сильнейшие ожоги получил житель Нижнекамска, который пренебрег техникой безопасности при выполнении сварочных работ у себя на даче. От отлетевшей искры на нем вспыхнула одежда, от нее дрова и находившаяся рядом мебель. Мужчину с тяжелыми ожогами госпитализировали. Алина Бережная далее. Он работал со сварочным аппаратом. В какой-то момент раскаленные капли попали ему на брюки. Они были из горючего материала. Одежда вспыхнула моментально. Мужчина ее скинул, но получилось, что на дрова. Они тут же загорелись вместе со столом и старыми вещами. Огонь потушили спасатели. Сам дачник получил сильнейшие ожоги. Больше всего у него пострадали кисти и правая нога. Возможно, потребуется пересадка кожи. Пострадавший сейчас в состоянии средней степени тяжести. Ожоги имеются конечностей, глубокие. Возможно, в дальнейшем потребуется хирургическое вмешательство. Но в данный момент времени опасности для жизни не представляет. Дознаватели выяснили, что мужчина во всем виноват, скорее всего, сам. У него должны быть соответствующие одежды быть, чтобы в случае попадания искр у него одежда не загорелась, там синтетика запрещается. Тем более место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, дабы исключить возникновение пожара и какой-нибудь иной трагической ситуации. Специалисты советуют не пренебрегать элементарной техникой безопасности. Алина Бережная, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Вызов 112.